Я уже сходила на море. Там сумасшедшие волны. Плавать просто невозможно, поэтому вернулась в отель. Буду в бассейне зависать. Та-ра-та-та. Всем хорошо. Это, конечно, очень нечестно по отношению к людям, которые только что проснулись и которым надо ехать на работу. Но я очень хочу поделиться с вами своим кайфом. Правило номер один. Никогда не хвастайся. Только похвасталась, как мне классно, и начался ливень. Пойдем на массаж, значит. Дождь закончился, но что-то мне подсказывает, что сегодня у нас будет пасмурно. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. Thank you.